2020 год был годом уединения. Начало карантина изменило жизнь многих людей. Это время удаленной и дистанционной работы, закрытия границ стран и даже городов. Кто-то увидел в этом лишь разрушающие моменты, а кто-то смог войти в более высокие энергии и увидеть новое направление пути. Внутреннее и внешнее уединение помогло многим почувствовать более высокие жизненные ценности. Благодаря этому кто-то поменял свое отношение к работе, к семье, к государственной системе, а кто-то и полностью изменил свою жизнь. 2021 год оказался годом объединения. Конечно, разрушение трехмерной реальности продолжалось и здесь, при этом активно начали действовать объединяющие энергии. Люди начали сближаться и притягиваться друг к другу. Как магниты, стали образовываться новые группы. Всех объединяли схожие в чем-то вибрационные частоты. Очень активно раскрылись две основные группы. Одни боролись за свободу и права людей, доказывая государственной и мировой системе ценность человеческой жизни. Другие выравнивали и осветляли своей внутренней гармонией, равновесием и любовью тонкие поля человечества и планеты, чтобы огромные всплески негативной энергии и страхов не погубили этот мир. И каждый из этих путей по-своему нужен и ценен. Объединение произошло на разной вибрационной частоте, но всех их объединяла одна важная ценность – жизнь не только для себя, но и для других – в единстве. 2022 год – это год еще большего раскрытия творческого духовного потенциала и строительства нового мира. Главным жизненным настроем в этом году станет строительство высоковибрационной реальности. Все, кто пойдут этим путем и, словно по кирпичикам, станут сотворять новый мир Земли, почувствуют действие очень высоких энергий. Все светлые силы придут к ним на помощь. Творение высоковибрационной реальности – это светлые мысли и чистые сердечные желания – гармоничные эмоции, позитивный жизненный настрой, вера в свои творящие силы и доверие Богу в сотворении нового мира. Любые ваши действия, наполненные любовью и сделанные от всей души, это кирпичики для строительства новой земли. Все люди, кто останутся жить в низких энергиях, почувствуют на себе еще большее разрушение старой трехмерной реальности. Световой портал 12.12, 12 декабря 2021 года, подарил всем огромную возможность настроиться на новые энергии Земли. До 25 декабря 2021 года всему человечеству была оказана помощь заякорить в сознании высокий жизненный настрой на строительство новой Земли. В 2022 году начнется активное раскрытие всех божественных настроек. Родные мои, почувствуйте новые энергии Земли, почувствуйте ее желание преобразиться и переродиться. Начните строить высоковибрационную реальность. Пусть каждый день внутри вас сияют самые высокие энергии. Пусть сотворится новый мир Земли. С любовью ко всем. Магда Фьюния.